привет. Нас завалило. Ислам вышел на улицу и со словами: «Опа!» Я пошел валяться, пошел играть. Вы видите, сколько снега, а? Вон забор. Ёлка скривилась от ветра даже. Сейчас это все к бане. На улице вот это. Вон ворота как замело сколько. Это все надо убрать. Почистил горку Ислам, чтобы он катался немного. Неделю назад залил ступеньки. Ну-ка. Оп, веревка зацепилась. За что? Ноги. На, сам попробуй. Я же не могу постоянно вот здесь стоять. Эй, держи. Ну ты чё? Давай на жопе. О, а тут ещё быстро бежит. Угу. Лёд проваливается. Ну вот, там не ходи. Давай, давай, лезь. Сейчас меня толкнут. А, блин! Отцепили собак. Играются. А мы пойдем снег убирать. В общем, вот такие сугробы у нас большие, прям очень-очень. Вон там сколько, видите? Пол забора, даже больше, наверное. Вон там тоже чистит дорогу. Сейчас камера замерзает. Нет. Батарейка садится. Вот что, вот держи подарок. Смотри. Нам надо занести снег, затолкать. Вы видите, там сколько еще надо тоже убирать дорогу, чтобы закатить сено. Выйти, тут еще сугробы? Ну да, я хочу по сугробам походить. Он уже ждет, на улицу бежит. Попробуй, открой дверь. Вот.
Ладно, не открывай. Пусть играют пока. Сейчас выйдем. А, Фредушка там чистит тропинку, сарай, окопы. А. Ты как туда пробралась? А? А? Ты как туда залез? Не провалился туда? Сугроб не провалился? Где? Вообще фокуса нет. О, сокровище твое, вон покатилось. Я типа этого не видел. Хорошая находочка. Сокровища улетели. Прыгаем за ними. А вон туда? Рыба. А вон туда? Вон, там больше этот сугроб. Там вон мы почистили уже везде. На той стороне ждем трактор. Должен приехать. И надо будет сено закатить. И остается вот здесь почистить еще. Ау. Давай попробуй пройди вот здесь поверху. Да. Не провалишься? Он плотный какой снег. Ух ты! Ты какой тут провалиться? Смотри, ты обувь себе снять. Высокий какой. Ух ты! Покатился. Главный момент. А я как? Ну, какую? А, ладно. Сейчас сначала этот здесь почистим. Я хочу самолет увидеть. Чистим. Откапываемся. О, я даже не прыгнул, достал. Собаки бесятся. Здесь почистили. Двор уже почти почистили. Осталось две тропинки. Там почистили в дровник тоже. Здесь откопались. Фредушка вынесла чай с термосом. Осталось откапываться до туалета.
Фредушка все на раскопках. Все там раскопал же? Все. Пойдем дальше копать. Мы тоже сегодня копы. Да, мы тоже копари. Камрады мы сегодня. Снег копаем. Дорогу ищем. Хорошую. Вон сколько-то снега. Вчера товарищ приезжал, друг детства. Спасибо ему большое. Приехал, помог. И при выезде застрял. Здесь уже вон ничего не видать. Все засыпало. Замело снегом опять. Эти все бесятся. Кровь разгоняют. Бумер уже лорда обгоняет по росту. А нам надо вот как-то вот так. В общем, пробраться вон туда, за сеном. Вон там едет трактор. Надеемся к нам. Все колеса съедут. Ага. К нам едет трактор. По полям. Синий трактор едет к нам. Ура, у нас будет дорога. Вот, дорогие подписчики, дорогие друзья, почистили, расчистили мы тропинки у себя на участке. Приезжал трактор, как вы видели. Сейчас затопим баньку, чтобы вечером после тяжелого рабочего дня помыться, отдохнуть, расслабиться. Вот, и будем закатывать сейчас сено. Там тракториста я тоже попросил, чтобы он почистил, расчистил, а то там очень много было снега, как вы видели уже опять-таки. Все, погнали. Я топить баню. Тракторист приехал, почистил нам дорогу. И вот здесь тоже почистил, попросил его помочь, чтобы сено закатить. Спасибо ему большое. Вон сколько снега он натолкал здесь. Поддон откуда-то он вырыл. А вот сейчас из-под сена. Сейчас вот попробуем два тюка закатить, чтобы на дольше хватило. Закатили два рулона сена. Фредушка решила вспомнить детство. Я сейчас перевернусь 30 раз через себя. Не надо. И как? Хочешь прокатиться? Горку выдержала? Помоги! Опа! Иди. Вот так. Давай ты тоже. Че надо мной только смеяться? Давай над тобой тоже поржем. А, вон как надо было садиться, да? Сломал уже, да? Ой, перчатка мешает. Закатили мы сено, наложили телятам. Смотри. Большой же. Иди, давай, иди. Еле залезает. Петелский мой.
Целый день сегодня на улицу. Тьфу, на улице. Как вышли в 10 часов. Время уже 4 часа доходит. А, закатывали. Как будто бы машина заехала. Сейчас надо ворота закрыть, машину на место поставить. Вон там пленка лежит, пленку занести и накрыть вот этот тюк. We'll be right back.